Вот так у нас растет на открытом, в открытом поле наша горная сосна Пинус монтана. Она бывает 20 видов, но скажу сразу, всех видов у нас нету, так как это очень много видов. У нас есть основные самые красивые сорта. Скажем, всей этой сосне около 5-6 лет. В среднем она в диаметре от 65 сантиметров и до метра. Ну вот, скажем, отдельные единицы, как вот эта единица, она не отличается своей большой формой, но зато она густая и очень пышная. Ее диаметр в районе 50 сантиметров и высота 35-40 сантиметров. Но декоративность ее в том, что хвоя настолько густо растет, что представляет собой подушку. Природная среда обитания такой сосны — это горная местность, где нету много влаги. Это песок, глина, камни. Здесь она растет в черноземе, поэтому она развивается так хорошо и, соответственно, хорошо выглядит при поливе. Любое растение хорошо отзывается на полив и на удобрение. Любит сосна много света, в тени начинает немного редеть. Соответственно, растет на любых почвах, так как это неприхотливое растение и может прижиться. Главное, чтобы был соответствующий уход. Ну вот, заказывайте у нас. У нас самые красивые единицы для вашего сада.